тусануть пати так, чтобы мы пошли, как ты захочешь, типа, мне все равно. Я просто к тому, что мы либо закрываем 100% 4 босса, типа, либо есть шанс, что мы можем убить кого-то еще, типа. Все, на этом точка. Мне по барабану, вот честно. С теми людьми будет такой шанс, они примерно равны будут, и так, и так. Вот и все. Кто примерно равен? Я думаю, что вот не в обиду Чернобыля, я думаю, что Паша больше его ебанет. Ну, на косаря 2. Нет, типа, я в Чернобыле ничего не имею. Ну, у него... Ладно, короче, потом... Как Паша буржуй. Паша, с Бобелем часы. 4 апнутых, ты 4, да и долго... А, ну я понял. Да, я тебе говорю. Ну ты понял, да? Походу. Типа дело не в Чернобыле, не в скеле Чернобыля, а именно в персонаже. Все. Ну, все, рот закрыл тогда, сори. Что, дайте тебе пачки. Очень нет, долго Стас. Стоим, очень долго стоим, трэш не умирает. Короче, они вторую дойдут по итогу. Так. Алло. Алло. Черт. Алло. Все, я слышно, слышно. Алло. Алло. Кто здесь? Шапка охуенная. Клён? 260-й, что ты шапка такая, 32-я. Угу. Плащ охуенный, сочный, мне нравится. Я тоже так хочу. На сдачу взял. Пётр, ты меня слышишь? Я слышу. Это Александр. Все, перезагрузил систему. У меня бывает, Bluetooth багается, когда Bluetooth подключаешь потом, не сразу. А вот. Видели прикол про мужика, который... Ты просил тактику тебе рассказать на хуя? Нет, Санек спрашивал, Санек. Он сейчас на другом канале. А, сейчас я к нему пойду. Пазги пока не понял. Короче, это... Касаемо пати, вы с этим сами разбрасываетесь, я вам басистов дал, куда хотите, туда и падаете. А, надо танка просто Жене кинуть, чтобы антифир был, и все. Ну, уже не кинул, уже акро. Есть у кого за наложение чар с брюсой? На другом персе. Тебе срочно? Я бы просто ножик зачарил. Это кто говорит сейчас? Это Войд. А ну, а у Скибиди у тебя есть? Я просижу, у тебя кольца зачарен. Или вот тут нет? Окей. Есть. У тебя есть брюса? Я просто... Если да, то плюс. О, зачаришь, сейчас я тебе реги дам, спасибо. О! Этот, сейчас мобов этих добьем. Мак, дай столик. Что-то заслакал. Окей, у босс. Надо набрать жратвы. Чтоб жрать пока, да? О, у нас сова есть. Заебись. А у Женька танк, да? Он еще что, вторым танком будет? Тыкни столик, Марк. Ну, либо Жека, либо Петя. Ну, нет, ну сложно напрочь. Лучше Женек, если у него ГДК, потому что ап важнее. Че, поставили стол, там все, бьем? На релога цел. Не-не, он не тыкает. Мах, хорошо. А, он релогается? Релогается, забагалось, что-то нету. Я душу этого столика трогал. Столик поставил, босс убер, его нормально. Выпал шмот. Ну или типа в брейд подготовленный приходишь тоже. Нет.
Я украл с этого видоса, где этот мужик, короче, Жан-Клод Ван Дамм Терминатор. Видели такой прикол? Это старый прикол. Это вообще пиздец. Я вообще угораю, блин. Старый, но он такой кайфовый. Бля, без 10% апа, конечно, печально. О, столик, столик, ты. О, чумак такой большой. Скитолик, наверное. Как этот страх заебался. Кони же теряют, да? Угу. Бля, лужа выходит. Это моя. Видишь, все сдохли, я же говорю, лужа выходит. Блин, да, 10% апа жалко, что нет этого. Жестко. Ну, блядь, у меня был на этот случай лаб ДД. Ну, блядь, он нахуй валит. Десятку дает и все, и, блядь, хоть убей. Но сейчас, если остров апнут, 4-0 тупуху 260, какую там, 245-ю взять, может быть, он будет помощнее. Т4 это чисто манекен бить. Так там, блядь, разброс белого. Там разброс белого урона, блядь, 300 тысяч, нахуй. Да-да-да, это вообще, я сегодня смотрел, я охерел. Пуха 4-0 с острова на топ, нахуй. На ней урон неправильно написан, если ты ее оденешь, ты поймешь. Короче, у нее урон нижний и верхний. Нижний 400, верхний 1300. Так это специально сделано. Вот, а у стандартной пухи там, допустим, 600 на 1000. Но когда ты ее одеваешь, у тебя нижний урон такой же, как у пухи, у которой 600 нижний, а не 400. Ну, короче, там либо что-то не дописано, либо как-то по-другому считается. Просто она 4 секунды. Мне кажется, что-то себе ты придумал, и все. Я ничего не придумал, вон она у меня с собой. Не. Там все. Ну, нормально. Вот у меня у молота написано 700-1100, да? А урон в ближнем бою 2500-2900. А там вот, будет... 2500-2900. Если вот. Ты оденешь... А если тут ты одеваешь, то у тебя там будет 2200-3100. Вот нет, у тебя будет также 2500. У тебя какая буха? Молот Нару? Да. У тебя также будет нижний урон такой же, как у молота Нару, а верхний выше. Поверь. Все это проверено уже. Я думаю, на X2, раз на X2 никто не бегает с этой пухой. Ты что ты говоришь на X2? Ну, раз на X2 никто с этой пухой не бегает, значит... Она... Естественно, там, блядь, 300 шмот уже, чё с ней бегает. Нет. На X2 очень много людей, которые с толхородовскими вещами бегают. Которые лучше. Чего? У меня есть молоток, у меня есть агония. Чуть-чуть для счастья надо. Блядь, да нахуй, ты сюда прибежал. А что это? Максимально тошнотные мобы. Фрост ДК вообще не АОЕ король. Просто король, да? Просто он ебан. Ну, в соусы. Заебись. В трэш не очень. Ну так у тебя силовой ДК в Т9, нахуй, типа, вообще, я не понимаю. Тебе надо 4-4. Да и в CDK 4-4 в трэш не особо бил. Че, у меня на ДК 4-4. У меня на ДК 4-4. Одна из них 258 даже.
Это Т9, а не Т4. Т4 это 245 из Каражана. Это сейчас в нем. Я перепутал. Я наоборот Т4 снял, у меня оно в банке есть. А вот Т4 это как раз для АУЕ. АУЕ. Ну, я тут, блядь, нахуй. Бомжей, сдай. Я сдох. Тут на этом наши полномочия все. Т4 на фронт ДК хуета. Ладно, короче, я не хочу спорить, доказывать, типа, играть как хотите. Главное, чтобы не били, поебать вообще, типа, в чем вы будете. Блять, нет, не хочу умирать. Давайте коня, пинайте все, стану зарядите. У меня есть Т4, но, блядь, этот ветер, нахуй, прокает, распить, блядь, по-моему. А Т9 в доты крипы. Это, блядь, стабильно и заебись. И в соло цели в ауе. Блядь, как ты заебал, да, страх кончен. 24к пак. В ДК говорю тебе. Т4 хорошо на ДК. Да, АУЕ. В принципе, я могу. Но это все относительно, поэтому если хочешь, заморачивайся, если не хочешь, не заморачивайся. У меня есть 4. Я могу одеть 4-4 и бить тоже под посох. Ну я проблем абсолютно нет. Я там не заставляю кого-то там что-то одевать. Я тебе говорю, что типа это уже проверено, то, что 4 вот практически не типа. Но ты бегай как хочешь вообще. Лишь бы ДПС давал. Как тебе удобно, так и ебашь. Да, я понял. Да трэш это трэш. Главное, боссов убить трэш, пиздец. А где трэша дохуя, там пускай вон фурики хуяли. Вместе с ретриками. Что, лужу дать, да? Лучше через ДКш на лужу. Да давай похуй. Но уйдите от меня. Все бьют саппорты. Саппорты, хорошо. Без сука, мутан, чё? Кому, кто берсу хотел, шаман, знаете? Что? Там вроде бы уже зачарили. Короче, напоминаю, типа, первую фазу вы строите разрешники тузов, блядь, по стеночке, типа, чтобы там, если что, не увидит полгруппы, на кого дух пошел, чтобы вы видели, не спалили.
Напоминаю. 50% первой фазы, вторая фаза начинается, появляется у нас моб, я его ставлю сюда, никто его не дамажит. Я прожму берсу, скажу, что можете бить, будете бить 9 гер, вы дамажите зону. Это не касается только Паши. Паша надевает доспех на профессионалы и становится с миликами сюда. Получается, сколько у нас миликов сейчас? Раз, два, три, четыре, да. Ну, Паша заходит 100%. Все остальные, короче, для зоны становятся у нас луну сюда, чтобы вас не дамажило ничего вообще. Третья фаза, вы просто стоите в районе луны здесь, тут, короче, и бьете босса Манкенти. Он будет давать опыт, во время топа не кастуете, он сбивает каст. Это весь босс для вас. Подъебало никогда не заходите. То бишь подъебало, смотрите. У него тут радиус конуса очень большой. Типа вот такой, блядь, где-то вот. Вот так, блядь, и вот так, нахуй. То бишь... Может въебать, вот здесь убить может. Вот здесь убить может. Вот тут тебя тоже убьет, блядь. Услышал, Влад, да? Вот здесь становись. Я сюда его поставлю, короче. Вот сюда я это поставлю. Чтоб вас не убило, подъебал, вообще никаким образом не сходить. ДЦ-шник так, это я выпил, то есть чарка. Где вот он там? ДЦ-шник, вторая фаза луна. А первое вот тут можно, да? Да, да. Первое, где хочешь, там и стоит. Главное, чтобы сзади босса. Да, блядь, давай все, что есть, короче, вообще тогда. Сейчас на первого босса никто ничего не бурстит, просто туннелите босса. Даете брусты, если которые там, не знаю, блядь, секунд 30, максимум минута. Полностью. Все готовы, где добавим пул, да. Смотрите за огром внимательно, обязательно. Поздно диспелли. Или все-таки успел поздно диспелли, по-моему? Успели, но поздно. А, что-то изменилось, вот это вот волны не было раньше. Что все диспелли? Да, не было раньше этого. Звалочку подвезли. Я, блядь, сильно лагаю в Дискорде, да? Нет. Окей. Убирай эту тему убирай. Милики отошли. Ты выделся? Выделся, да? Да. Ману порится. Хавайте ману. Так, а на кого он духу кидал? Либо на Пашу, либо на Петю. Что-то не втыкаю там. Это хуйня. Зоны один видит. Какая-то хуета на топ-1 надамажила. Это что за хуйня? Это диспелил то, что он, и он начал ворон. Ничего так. Я смотрю, что хули ДПС у него такой. Ну ладно. Это на ком был этот диван? Все, построились опять. Только пойдите, я... Я вместо его сюда поставлю, короче, не бейте, пока он ко мне в упор не подойдет, нахуй. Пожалуйста. Готовность. Все, забьем пул. Тоже важный момент для миликов, не заходите во фрейм. Не, может здесь более нельзя прожимать. Вы чё, падаете нахуй? Это я виноват, получается, да? Маз здесь вполне нельзя. Да, я забыл. Короче, давай я сразу объясню.
Диспелит только один человек. Тут типа надо заметить, на кого идет дух, и того человека продиспелить. Если ты будешь диспелить все из всех подряд на первой фазе, это вайп. Диспелишь типа нон-стоп только на второй фазе. Блядь, я фазы перепутал, получается, сука. Что-то начало бесед печального. А тот раз у нас... Сидитесь, этот... короче. Ретрик диспелил, да? Я диспелил еще... Ну... Он, сам, он сейчас и диспелит. А, ну все, тогда я не буду ничего. Иногда не понимаю, на кого он летит. Там иногда вот два таргета не постоянно держатся. То есть вот ты нет. Смотри, сейчас сразу повешаются два таргета. В самом начале два таргета. Не, это да. Потом эти два таргета у меня меняются почему-то. Типа я... появляется еще один таргет, в кого рывок летит. Незримый рывок. Этот конь, конь пролетает. Ну ты видел. Откидывает назад еще на жопу садит. А потом еще один агро, это дух. Ну, кстати, нормально так ДПС накручивать, видишь? А у меня один дизайн. А ты в аккаунте посмотри. У меня Хакаги на первом месте. Ну, посмотри, что у него на первом месте по урону нанесено. Содействующий яд. Все, да. Давай. Ладно. У меня у каждого по 148 тысяч от незримого присутствия. Ну, это можно отключить в этом. Типа, в аккаунте, в детейлсе, чтобы так, не показывал. Так это же прикольно. Так, я загрузил на мне и на уфлубе. Так, в тебя Акка не прилетел. Хакаги. Да. Ну что, запомни, что только на нас. Если... Тебе надо если... смотреть во время каста, типа, смотреть надо. Не-не-не, здесь просто во время боя постоянно висит два агро. Вот смотришь, если третье агро не появилось, а незримое присутствие здесь, то ты диспелишь ДДшку. Потому что на танка он не кидает. Лорд Фил. Вот, Лока. Да-да-да, все, я понял. Ну, таргет... Да я без... Тебя тоже, я до конца тоже не понимал, если что, тебя тоже. Я просто ебал силить эту хуйню, короче, в следующий раз, когда ты поражал. Смелики стопнули, тогда ему убрали. Сейчас Мункин был, да? Да. Кто-то не да, там стоит, походу. Да, сейчас был Мункин. А что, и выйдется опять или что? Не... Да, смотрите, короче, еще одна просьба. Спускайте, короче. Да, не залазьте наверх, короче. Просто рядом с этим стойте, где-то, блядь, с песком этим. Это пиздец. Ну, я помню, что такое было? Частенько? Да не, это я помню, у нас такое часто. Но у меня такое чувство, что я лагаю прям лютно, вот просто. Да нет, там. Вроде нет. Собрались? Да вот у меня в игре 400 пинг. Да это я знаю, что это точно. Но у меня 177, у меня тоже чуть-чуть повышенный. У меня 50. У меня 110, это идеалочка. Три припота в помойку. Так, агро опять же на мне будет. Да. Изи. Угу. Я для себя тоже хотя бы разобрался, потому что до конца тоже не понимал, честно. Ну рамочка красной становится в воду, зато потолще да. Можно сделать. А сейчас Хиги. Не понял. Хиги. Я говорю, если не добавляется новое агро, то это ДДшка. Тот постоянно висит. Тот, на которого конь, короче, да, идет. Нет, нет, нет. На танка это незримое присутствие не вешается. Поэтому исключением ДД. Ну, танк это понятно. Убирай тотем, убирай тотем. Мили присоснули.
что-то диспелить с Хакаги, да? Уже диспелить можно. Все, 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 тут диспелить надо уже. Гера? Геру, да. Давай. Да-да-да, Геру, Геру. Встаньте в луну сейчас, все в луну встаньте, РДшники. Один, блядь, мункин умер, а чего нахуй? Под голову попал, походу, где есть. Ладно, потом разберемся, почему он заедет, блядь. Читой сейчас. У босса резист какой-то или чё? У коня. Не-не, у самого босса у меня яда не вешается на него. Вешается. У меня один яд висит, один стак только, и все, и он исчезает. Хм. Что-то сломано не так, что-то. Берегитесь. Похуй просто, блядь. Не-не-не, это какой-то баг, короче. Может, у тебя автоатака забагалась? Сними таргет заодно, говоришь. Я пушки снял, да, тихо, тихо! Блочик, зайди в мелизону быстро, в квадрат зайди и магический доспех. Сейчас хуёво, блядь, боба нету нахуй. Ну, по идее, конь на меня, по идее, побежит. Ёма. Берегитесь. Бейте, бейте, ловчу, бейте, похуй, бейте. Сердцы быстрее добейте, да, пожалуйста. Берегитесь. Да. Добили. Последний сплес. Сейчас я поблагодарю, короче. Тут надо получать мункина. Мункин кого-то еще. После следующего алло поблагодарю, короче. На верочку. Скажите зубы, да? Да нет, другой момент. Не вставай! Вот ты человек, а? Я хуй его знает, блядь! Пизда, блядь, 8 миллионов бить сейчас, ну, блядь, это пиздец. Нихрена, не может.
Берегитесь. Короче, как ты умер первый раз, скажи, пожалуйста? Я вообще не понимаю, чего, блядь? Мункин, который... Голоп. Берегитесь. Стан, стан, под ебалами заходите. Ой, да, ну это пиздец, конечно. Ну, через 5 минут ДПС подрастет. Андрюх, очень быстро, очень близко подводишь хилам, он... Чё, Андрюх? В смысле, это он ауе, что-то он везде будет бить. Тут он по всем каражану хуярит. Мы тоже на опере там пробовали, короче, спрятаться, он, блядь, а она ушел, ты в любом месте, типа, где ты находишься, но... Хорошо. Ну, мы же тогда тестили, там чувак стоял на дорогу тоже, и он полетал. Я думал, то, что это не могу поставать, он стоит. Ну хуй, мне кажется, это лучший вариант, чем, блядь, по новой бить, ну типа, я хуй, не знаю. Не заходи под ебало никогда вообще. Пока не поставил, лучше не подходи к боссу, Женёк, пожалуйста, я ебал падай ещё. Ну типа, чтоб Петя в одному бил, это будет пиздец, конечно. Да, что у меня яды сломались, это пиздец. Да, вот по поводу яда, кстати, да. А как Войд умер, а чего, блядь? Могучий топ. Ну пиздец, сейчас без ДЦ вообще охуенно. А ты что, не считывал себя или чё, ну? Щит был. Блять, не могу вообще вставать надо. Сейчас, блядь. Самый долгий страйк меня. В каст, короче, топота не кастуй. Короче, не, я не знаю, типа, блядь, типа, пожалуйста, вот сейчас коня добиваем, соберитесь, ну, типа, с мыслями и не тупите. Кто, стан, а не стан. Не надо повернуть. Чтобы такой хуйни не было, блядь. После галопа сразу. Ну, бля, бум. Как едешь? Берегись. У меня Инер откатешился на следующий. Все. Галоп. Пизда. Ну это конь плюс топот. Не, ребята, в этот раз босс... Без ДЦ тяжко, понятное дело. Слушай, Андрюш, очень близко к боссу в этот раз. То близко боссы. Он не влияет, нет, где он находится, он только может кливом бить тебя, и все. Нет, я говорю просто, я того нет, и вот ты в этот раз... Его. Жека. Я не понимаю. Жека, ты понял, как тебя убил? Я не понял, я в луне стоял. Вот ты стоишь в луне, в тебе прилетает призрачный конь, дает на пол хп удар, и следом топот, все. Здесь тупо хп, запас хп у тебя маленький. Если не прям сразу шотнул он. Ну да, поэтому и с крестом здесь проще. Или с двумя хилами. Это, подскажите, ну вот эту фазу. Да, просто подъебало не. Да? Или что? На третьей фазе? Ну вот когда он один остается, коняшка. Коняшка кливает перед собой и галопом убивает. Угу. Сейчас, тот, который вот сейчас мы пили. Да, и сейчас мы вводим. Я понял, хорошо. По ДЦ СС, да. Короче, меня убили какие-то муки. Один. Я тебе объяснил, как тебя убили уже, я не знаю, тебя въебало, короче, этот ауешный каст, и плюс улетел тебе конь.
Блять, чем-то нажал нахуй. Одно огромное. После рука может пройти второе. Вот. Да, ну, повезло, повезло. Опять на тебе? А не, ну да, это. Это вот голуб с меня вылетел. Дороги, да, было? Да. Просил быстрее, просил. Давай сделаем. Что ты в стороне там стоишь? Берегитесь. Паша, у тебя собака бегает за конем. Кто-то не в квадрате стоит, короче, залетает урон на голову. Берегитесь. Ближе к столбику станьте, пожалуйста, РДД там, кто стоит, чтобы вас голову тоже не брал. Зуме. Типа, чтобы вы могли кастить спокойно и чтобы вас голову не брал. Сэм, приготовься, дашь боб, короче, положение. Угу. Можешь уже давать. Берегитесь. Блядь, на пол бежит. Пойдите, не бейте, на пол, да? Все, бейте. После галопа будет всегда топот. И в середине галопа может быть тоже. Так что смотрите аккуратно. Ребята, звездопад как семечко, да, работает? Нет. Берегитесь. Наручь. Или колечко давай. Блять, найди какое-то место, чтобы стоять просто там, здесь какой-то беготня, какой-то пиздец. Берегитесь.
Встал себе асфальт, забор стелился и ушел отсюда. Так как колбоебы бегаем. Если смотреть любую танчить, можно, наверное, придется попробовать все-таки с кислотой. На встань, встань, не пустите под ебало, встань. Уйдите под ебало, хорошо. Попробовать кислотой, как мы в прошлом году били. Что, милики били? Ну да, стоять на месте. Да. Уже не лутать. А почему это? Так. Там есть позиция, куда можно встать. Уф. Уф. Я не знаю, что у меня есть. Залупа упала. Но у меня есть хэпал. У вас у обоих есть. Один. Я один хэпал. Александр. Да. Хорошо. Ебать. Да это нехорошо, мы, блядь, час тут на этом боссе. Ну мы 30 минут. 20 минут собирались. Давайте семечкой. Ну, ничего страшного. Ну, час. Это, расскажите мне, как на смотрителе стаки работают. Вот, типа, бить, не бить, я что-то вообще не вкуриваю. Вот, почему его некоторые бьют, некоторые не бьют. Сашка, флот, пожалуйста. Причем, если рядом с тобой куча народу, то еще больше. То есть, друг другу стаки передаете. Это тоже настакивает на себе. Ебать. А ты хотел спекнуться? Да, да похер, так, нормально. Да, конечно, похер. Я подчинение не убить, пока. Невозможно не убить. 90к ДПС в уроке. Я тоже согласен, что невозможно не берут трилют, я ауе нахуй. Не, все-таки на таком трэше вечное пламя такое. Херня. Плане херня. Ну, когда ну, очень много. Таргетная. Ну, соло таргетная. Типа 2000 апа для лужи, это сколько? 200 ДПС для лужи даст. Да. Добиваем трэш, сразу поднимаемся наверх все. Олег, залей ману, побежим. Спасибо. Попробуйте, там все нормально? Бать, 100к ДПС. Мутик. Да не знаю, просто кнопку жму. Одно. Почему одно, да? Ну, типа, это... Повесил этот СНД и веером спамлю, и все. Ну вот, блядь, одну кнопку это моё, нахуй. Он сзади прошу ещё. Он ярит. Он ярит. А, он тоже факт. Ебать, как они пулю лезут, пиздец. Давай зайдем за стенку, это пиздец. Они стоят в ряд. Я символы на копыта уже купил. Так что летать мне не надо будет. Моба вот этого убить пока. Грипни его.
Только Паша, смотри, не пуляй там всем еще, там где стены, я там второго этажа, чтобы с второго этажа бежал трэш. Что с ФПСом? С ФПСом хорошо, без него тяжко. Горожане, блядь, трэша, пиздец. Нахуя вы столько было делать? Что преп, фар. А, что преп? Чтоб ты спросил. Бля, я спросил, нахуй. Не, ну реально, прям, ну прям захуище. Стрелка тоже да? Фармили, там у вас столько нету. Ссылка, ну там тоже боссов 11. Трэша то хуя. Я опять в стульях застреваю. Заха, давай лучше надо застрелить, чтобы мне быстрее, блядь. ШП плюс РПАУ. Меняем? Не. Да, будем менять. Согрели. Они здесь, кстати, еще будут бить. Нет. Только там, где рога стоял. Меня не предупредили. Жаль этого добряка. Ты можешь стоять за стеночкой. Вспомним, на минутку где-то ускорим процесс. Зато я трезвый. Это тоже важно. Хорошо, да. Когда у нас есть мультик, который ебашит, как не в себя. Так, кто там? Ну, приедет? Сейчас у нас пати по ДПС сильная. То же самое. Прикинь, прям пуля в пулю, то же самое. Да, я умру. Видите, я умру, тоже скинул сосед. Андрюха, прям то же самое. Я тебе говорю, фиксанули горожан, походу. А можешь еще раз шкаф ты, Медилок, пожалуйста? Потому что волн не было. Все вы убежали. Кто хотел, кто хочет выжить. В смысле фиксанули? Ну, блядь, нам ничего не мешает пару раз заэвэдить, посмотреть. Ну да, не, я тебе говорю про это, но походу фиксанули, потому что вот этой волны АУЕшной не было. Я помню, просто урон прилетал, но ты... Не, АУЕшная волна была. Ну, значит, ни разу не взорвалась. Да. Ну, сейчас типа, прям... я имею в виду, смотри, Петя, я имею в виду в этом горожане, которого типа я зашел на X4 первый раз, и уже была эта увешная волна. На X3 я не помню тоже ее. Не, ну они по-любому что-то с горожаном работали, под X4 его сделали, скорее всего, еще везел. О, смотри, поменялось. Они... Витерки же переделали. Ну смотри, ДЦ... Витерки переделали, 100% пиранитки фиолетовые. Андрюх, ДЦ ХПАУ, да? РПАУ ШП. Да не, надо менять. РПАЛ, ШП, ну типа уходите. Не убивать, два. Типа. Уходите. Ну ШПАЛ, типа если хотя бы АРМС, то уже похуй, типа. А вот ШП, РПАЛ, типа надо убивать и ШП, и РПАЛ. Потому что застанет в определенный момент и пиздец. Конечно.
А в тот раз, как мы били, не, ну, мы не будем оставлять? Типа Фурика, который, блядь, пол рейда чуть не убивал. Там с вихрем крутит вообще невменяемо. Очень сильно. Зачем? Нет, мы можем вообще постирпать, добрать, короче, это, типа, прямо одного, чтобы убить чисто, типа, можем подобрать. Но это просто время теряется очень много. Ну, Армс очень сильно мили зону кушал, прям очень сильно. По 4 косаря раз в 6 секунд примерно. Просто чпок, помимо всего. Какой там, а Армса можешь втирать, если... Подожди, Криспин это танк. Все нормально. Женек в танк спекайся. Сейчас гляну, чтобы точно было. Жень, покажи своего танка. Да. Чего у тебя там за танк? Идеальный сетап. Не станов. ШПшка. Я бегу на минутку. Буквально. Это про меня спрашивал? Это нормальный танк. Да, да. Ну вот это, вот танк из говной палочки собрал. Да. Но у меня капы все, меткость 8%, мастерства 26, а 24 пизжу. Капа. Ну, короче, первое, иди покупай сразу символ на таунт, если у тебя нет. Есть у тебя символ на таунт? Есть символ на таунт. О, ну окей, хорошо. И касаемо таунта, все окей? Типа, знаешь тактику на этого босса? Или надо рассказывать? Нет, не знаю, за танка не знаю. Я играл за Элемона и за хила. Окей. Ну ты меня нормально слышишь, да? Я не лагаю в дискорде. Нормально слышу. Смотри, короче, первая фаза, ты чисто танчишь с Мороза, стоишь, танчишь. Начинается вторая фаза, и босс будет кастовать, типа, Рапчу и Яд, то бишь, два бафа. Типа, если этих два бафа кастуются на одного персонажа, то бишь, на одного танка, это человек умирает, то бишь, Ирок. То бишь, мы должны меняться. Смотри, то бишь, он кастует в тебя, я забираю, типа, и мы с тобой двое вдвоем озвучим, типа, забирай, забрал, типа, вот это, понял, типа, то бишь, на нас должен висеть только один дебаф. То бишь, на тебя закастовался Рапча, условно, типа, он на тебя закастовал Рапчу, типа, и ты, типа, я забираю сразу, он кастует на меня, получается, отравляющий укол, ты забираешь, я говорю, забирай, либо я забрал, типа, будем с тобой озвучивать чисто вдвоем, дискорде сидеть и пиздец озвучивать. Также он будет давать череду. Во время череды, смотри, важный момент, короче, он дает, типа, условно, ты танчишь босса, он, типа, получается, дает череду, и выходит из череды, выходя из череды, ты продолжаешь его танчить. Он тебя кастует, я забираю. Так же и я, типа, если я его танчу, и он дает череду, типа, совпадает время, то бишь, я жду, пока, типа, получается, ты ждешь, пока он выходит из череды, кастует меня, и тогда ты забираешь. Типа, мы не меняемся во время череды, типа. Угу. А все остальное время, типа, всю вторую фазу, вся, типа, ну, босс держится на нас, и вся тактика держится тупо с тобой на нас. Мы с тобой должны меняться до тех пор, пока босс не умрет. Если мы с тобой меняемся, это вайп пройдет, типа, соответственно. Я понял, так он что, эти что... стены кастит, он мгновенно кидает? Да, именно кастует, да. Именно кастует, кастует. Символ на метке стаунта есть? Есть. Да. Да, есть. Да, у меня на метке. Он именно кастует, ничего в этом. Нет, тут именно. Нету. Тут раз в 10 секунд танки меняются, поэтому тут таунт по КД, ну, практически прожимать придется. Так, а, блядь, а остальные да. Вот эти шелупень все. На медведе. Все, ты я тебе основное рассказал, остальное тебя вообще не должно волновать. Мобы на медведе, твой типа, мобы. Короче, ты просто танчишь Мороза первую фазу, я танчу трэш. Начиная вторая фаза, мы просто выменяемся, все. Вот это вся основная задача твоя тут на этом боссе, мы с тобой меняемся. То есть, я понял, без этого босса не убьем. Остальные вот эти, как ты сказал, которые рапчали, будут их кастовать, не мгновенно кидать, да? Да, да, да. То есть, грубо говоря, на мне висит танчу, вижу, что будет, я говорю, забирай. Или как? Он типа только заказал на тебя, ты говоришь, забирай, или я забираю. Типа, я скажу, типа, и ты так. Как он на меня один повесил, я сразу говорю, забирай. Ну, ладно. Да, да. Еще один нюанс. Про первую фазу маленький нюанс. Если тут, короче, во время танцев будет сало вешаться. Если тебе там удар прошел, у тебя пол хп, отдавай одну из прожимок.
Ну да, чтобы цена была проще. Да, потому что там сало 4 секунды, за 4 секунды тебя не поднимут, он может тебе 2 удара бахнуть и тебя сломать. Поэтому... Блять, это как его? Он физой бьет? Прожимку физо отдавать или... Ну, физо, да. У меня сейчас либо кровь, либо незыбка. Вот их по очереди. У меня еще тренер с РБК есть на... Вот, ты ее можешь отдать. Если у тебя на пол ХП, там, допустим, он там каст танцы дал, да? И в этот момент тебе прилетело на пол ХП, и у тебя появилась по центру немота, ты отдаешь из прожимок. То есть у меня тоже немота появится? Да. Все, я понял. А это? Истерию кому давать? Ну, я не знаю, наверное, Пети, либо Роги. Роги, по-любому. Олег зовут. Бойда. Бойда, подпишись нормально, чтобы тебя, блядь, тоже зовут. Короче, ладно, по смотрите, Роги, теперь давай, дальше по тактике. Налево первый бегает у нас, получается, Паша. Второй бегает у нас Влад. Третий бегает Мункин, короче. То бишь, Мункин, смотри... Ты убил тут что-то, знаешь, не знаешь, надо все рассказывать, плюс-минус, сразу. Надо рассказывать. Смотри, смотри, типа, вы первая фаза должны бегать танцевать. Что это такое означает, то бишь, есть поочередность. То бишь, первый лок, второй маг, третий ты, типа, то бишь, сова. Будут вот тут появляться два, типа, луча света таких, типа, и в них будет 4 моба. Твоя задача просто забежать в эти 4 моба. Твой персонаж будет танцевать. После того, как ты потанцуешь, твоя задача пойти похавать со стола. Приоритет хавать рыбу, но если нет рыбы, жрёшь кабан. Если нет рыбы, не кабана, жрёшь тогда уже этот, короче, тортик. Тортик жрёшь только в последнюю очередь, если, типа, нету ничего другого. Ну, тогда обычно должно быть дохуя всего. Кабан, рыба спамятся вот этих на трёх столах, на большом и вот этих двух маленьких, то бишь не проебёшься. Что даёт тебе рыба и кабан, снимает просто 2 минуты дебафа. Чтоб ты в следующий раз мог побежать потанцевать. Все, типа. Понял, да? Мунпин. Окей. Направо у нас первый бегает Сик, и второй. Короче, первый Петя, второй Олег и третий Женек. Ой, Женек же танчит, блядь, извиняюсь. Санек, значит. Все, вот это весь босс, короче. Рыбу про, ставлю. Про вторую фазу сказал, где стоять всем, да? Вторая фаза у нас стоит, Паша стоит в квадрате, включает доспех на профил. Весь остальной рейд стоит в луне, типа миллизона, соответственно, миллизоне, все. Так, танки тоже или нам, или что? Танки в трусах танчат. Ну, блядь, мне, короче, надо ребудаться, я просто... Хочу это делать. Я ребутнусь уже, когда убью Мороза, чтобы времени, пока вы трэш будете видеть. Кто у нас? СС кому? Да, Паша сам на всякий. Ты да, рабчеловитель. Так, все, все готовы. Бафы все вроде бы есть. Лапы нет, да? Обычно. Так, вот. Тут, наверное...